Свыше 90 тысяч павлодарских школьников проведут каникулы в оздоровительных лагерях. Это почти 99% от общего числа учащихся. Для организации летнего отдыха Управление образования планирует также открыть 760 пришкольных лагерей. Для этого из областного бюджета выделено порядка 400 миллионов тенге. Еще 500 путевок на отдых за пределами области детям-сиротам и из малообеспеченных семей предоставят градообразующие предприятия. Отличники учебы получат возможность посетить выставку «Экспо-2017». В этом году около 10 тысяч детей-сирот и детей из малообеспеченных и многодетных семей получат бесплатные путевки в загородные лагеря, в пришкольные лагеря. Для этого из местного бюджета было выделено 392 миллиона тенге. Также все дети из семей из социально незащищенных семей поедут бесплатно на международную выставку «Экспо-2017» в городе Астана. В этом году также одним из приоритетных направлений организации летнего отдыха это будет создание рабочих мест. При содействии партии «Нур-Отан» у нас в летнее время будет создано 5000 рабочих мест.